На скамье подсудимых 20-летний парень. Он уклонился от прохождения военной службы. В 2016 году юношу признали годным для службы в армии, а в ноябре месяце отправили в региональный пункт сбора призывников. 29 ноября 2016 года на сборном пункте Шапры прошел медицинский осмотр врачами-специалистами из состава призывной комиссии Республики Татарстан. После чего 29 ноября 2016 года в период времени с 8 часов до 22 часов точное время следствия неустановлено Шапры самовольно покинул сборный пункт Республики Татарстан. И вот спустя полгода после самовольного побега юноша дает показания в суде. Свою вину подсудимый признал, но с небольшой оговоркой. Признаете себя виновным? Ну, признаю, но как бы по-своему, что я поехал в Казань, то есть думаю, что я буду проходить медосмотр. То есть я не знал, что я направлюсь уже в армию. И поэтому, да, я уклонился. Максимальное наказание по данной статье – штраф 200 тысяч рублей, либо до 2 лет лишения свободы. Наш уклонист должен заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, а через год, когда судимость будет снята, парень, как и положено, отдаст долг родине. Анастасия Попова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.